Добрий вечір. Ефір телеканалу «Миколаїв» продовжує програма «Точка зору депутата». І сьогодні гість нашої студії – Ігор Івануна, депутат Миколаївської обласної ради. Доброго вечора, ми раді вітати вас в нашій студії. Ігор Володимирович, я знаю, що нещодавно в Одесі відбувся форум, в якому взяли участь депутати від партії «Батьківщина», і ви також взяли участь у цьому форумі. Про що йшлося? Ваші враження від спілкування з людьми, які питання ви обговорювали найбільше? Ну, значить, ще раз добрий вечір. Цель съезда нашей партии, а съезд был непосредственно депутаты областного и городского уровня, это Херсон, Николаев и Одесса. Прибыв на конференцию, нас разделили по группам, по ЖКХ, бюджет, экология. Для чего это сделано? То есть партия отслеживает, следит, максимум пытается чему-то научить. Были залучены эксперты по этим данным направлениям, что я озвучил вам. И была дискуссия, на что надо было депутатам обращать внимание, на что нет. То есть, скажем так, вот... Другими словами, я бы сказал, наверное, по повышение квалификации. Наверное. А на что же нужно обращать внимание депутатам? Ну, смотря кто в каких, этих, сейчас скажу, в комиссиях находится, от этого и было, скажем так, направлено внимание экспертов. Если это ЖКХ, то был эксперт по ЖКХ. Если это земельное, то что земельное? То есть партия обращает внимание, что делается незаконно, что делается законно. Ну, как бы вот так. Чтобы мы были более осведомлены о действиях. Ну, вы в комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, она чуть по-другому называется, ну, профиль. Да, и вот скажите, ну, вы как депутат вы в первый раз, насколько я знаю. Есть ли для вас открытие в жилищно-коммунальной сфере вот с того времени, как вы стали депутатом и, собственно, вступили в комиссию? Есть, конечно. Я как бы, не будучи депутатом, я догадывался, что ЖКХ находится, ну, мягко скажем, в не очень хорошем состоянии. Не буду там вдаваться там, в подробности там гнилых труб. Помимо этого, некорректный, слабый уровень управления этой деятельностью, вследствие чего бы я, может быть, в дальнейшем бы рассказал бы о создании ОСМД, то, к чему идет, то, к чему мэр наш неоднократно говорил, то, к чему, в принципе, стремится вся страна. Ну, есть такая практика ОСМД в Европе и в мире, ту, которую мы пытаемся сейчас организовать. Так как ОСМД – это лучшее управление в данной сфере. Ну, давайте к ОСМД мы вернемся чуть позже. Есть вопросы, которые, я так думаю, ну, любого николаевца, в принципе, жителя Украины волнуют наиболее. Это сегодня тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Насколько я знаю, ваша партия, ну, серьезно занимается этим вопросом. Собственно, тарифы, из чего они формируются? И насколько они сегодня действительно отвечают действительности, так скажем? Да, это, скажем так, очень важный аспект, на который бы надо было бы обратить внимание. Я как бы немножечко подготовился и для телезрителей, и для вас лично бы рассказал бы, из чего состоит на сегодняшний день этот тариф. Он состоит, мы знаем всю общую цифру 7200, а какая ее составляющая? Так вот, довожу до вашего, я кажу, сведения. Значит, первое, значит, Укргаздобывание составляет 6,6%, то есть то, что мы газ добыли. Потом Укртрансгаз 9,1%, это мы транспортировали газ. 15,5% рента земли.
потом 18% ПДВ, и уже по итогу 1,4% это облгаз. И внимание, Нафтогаз 49,3. Я думаю, что как бы некомпетентен, наверное, рассказывать о роли Нафтогаза, да, наверное, есть более компетентные, что это за орган и почему он составляет цену газа 49,3%. То есть добавляет что он к цене. Делает, да. То есть, как бы, как производитель, я могу сказать четко, что одну из самых составляющих главных составляющих формирования любой цены это произвели или добыли, транспортировали и заплатили налог. Что за фирма «Нафтогаз Украина»? Я думаю, что лучше пусть это скажут более квалифицированные люди. Я как бы знаю, что это за фирма, но я думаю, мне не совсем будет корректно сейчас рассказывать, что такое, что это за прослойка «Нафтогаз» и почему она непосредственно составляет практически 50% составляющей цены на газ. Ну хорошо, вот вы озвучили эту информацию, а дальше что? Вот можно как-то, есть реальные рычаги для того, чтобы цену на газ уменьшить? И что нужно для того, чтобы это сделать? Я думаю, это должна быть или политическая воля, да, наверное, как это там многие употребляют, ну и решение непосредственно премьер-министра, Кадмина, это только, скажем так, в их силах повлиять на это. Ну, а на местном уровне тарифы, которые формируются, вы как депутат областного совета каким-то образом повлиять можете на них? Нам... Уже на те компании, которые, собственно, уже предоставляют услуги населению? Мы повлиять можем только тем, чтобы помочь людям, у которых нету счетчиков, а на самом деле есть такая программа, она бесплатна, то есть каждый гражданин имеет право написать заявление и ему установят газовый счетчик. Поэтому мы, как депутаты областного совета, мы можем только повлиять на то, чтобы это ускорить этот процесс, чтобы людей не оставили на задворках и обратили внимание на тех людей, которые требуют установки счетчика. Вот как бы в принципе в таком вот ракурсе мы это можем делать. А повлиять на цену не в нашей компетенции. Сегодня идет речь о том, что будет перерасчет за газ, и многих людей, в принципе, в этом контексте ждут некоторые сюрпризы. Вот ваше мнение по этому поводу, интересовались ли вы этим вопросом? И, собственно, ну, ваш совет, а что делать? Потому что и так-то тарифы, собственно, ну, люди в шоке уже от тех сумм, которые вынуждены платить за коммунальные услуги. Да, есть такое дело. Я даже вам скажу в цифрах. Значит, в 2015 году была постанова Кадмина номер 237 от 29 квитня 2015 года, которая была благополучно в этом году скасована решением суда. И вследствие чего будут пересчитываться тарифы на газ тем людям, у которых не стоят счетчики. А это, на секундочку, 9 месяцев. Что будет конкретно перечислиться, я, с вашего позволения, наверное, вам прочитаю. Значит, газовая плита плюс централизованное горячее водопостачание 3 куба. Это было. А теперь то же самое, только 6. Если это просто газовая плита, был посчитан 4,5, теперь будет 9. И газовая плита и водонагревач был 9, станет 18. То есть нехитрыми арифметическими способностями надо обладать, а люди заплатят в 2 раза больше. Мы считаем, что это не совсем законно, неправомерно, и рекомендуем
людям не вестись на это, и мы готовы им помогать юридически, потому что эти действия незаконны. Ну да, собственно, хотела только что спросить о том, что если люди не будут платить, а будет, я не знаю, там пеня, штрафные какие-то санкции, судовые процессы, ну как бы этим все закончится, если люди не станут платить? Если это же колоссальные суммы. Если это будет, то значит облгаз берет на себя неправомерные действия. То есть я ж еще раз говорю, наш штаб вы знаете где, мы готовы. А где? На Фрунзе, возле Приватбанка, чтобы было всем понятно, это наш областной штаб, там у нас всегда работает приймальня, туда можно всегда прийти, обратиться, ну и получить ту или иную помощь. Ну хорошо, вы говорите о том, что была постанова, потом ее скасовали. То есть вот весь этот перерасчет, на ваш взгляд, незаконно или это действительно незаконно? На что-то же опирались те, кто собирается перерасчет этот делать? Ну, я, наверное, скажу больше, это все-таки, на наш взгляд, это незаконно. Помимо этого, мы имеем юридическое обоснование этому. И с этим юридическим обоснованием мы готовы оскаживать, да, это в судах, эти решения, эти, ну, скажем так, перерасчеты. А как часто, в принципе, к вам обращаются с подобными вопросами относительно тарифов? Потому что я же говорю, ну, вы достаточно активно, я не говорю конкретно о вас, а в принципе о политической силе, вы достаточно активно интересуетесь этим вопросом. Как часто люди приходят за помощью конкретно? Ну, каждый день, я думаю, это минимум человек 15-20. Не лично как мне, а в штаб. А там уже, смотря с какого района пришли люди, и там идет уже перераспределение, в какой округ это депутаты входят. Потому что если я избирался по одному округу, то все равно у меня не только он один, а полностью там, если, допустим, я выбирался по Николаевскому району, у меня еще Очаковский район, то есть и т.д. 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 И пошли. И, кстати, есть конкретные факты, кому будет интересно, я всегда могу предоставить. Мы уже не одно судебное такое разбирательство выиграли по городу Очакову. Да. Смотрите, сейчас есть еще одна тема, которая активно обсуждается, и в средствах массовой информации и во дворах, это тема создания УСМД. Как вы считаете, нужно ли это сегодня? И ну, в этом плане, ну, допустим, как Европа построила работу в этом плане, есть ли там УСМД? И, ну, в принципе, зачем, надо ли это? Я считаю, что ОСМД – это хорошая практика, это европейская практика, это мировая практика. Но на данном этапе наша политическая сила просит, требует, чтобы это отсрочили хотя бы на год. Сейчас я расшифрую, что я имею в виду. Значит, ОСМД… У нас, по-моему, если я не ошибаюсь, последний день, последний срок, ну, скажем так, ОСМД – это добровольное. То есть люди, по-моему, если я не ошибаюсь, до 1 сентября должны будут создать добровольно, да, те, которые посчитают нужно ОСМД. Те, которые не, ну, не создадут, вместо ЖЭКов придут так называемые управляющие компании. Что такое управляющая компания? Управляющая компания – это, грубо говоря, частники, которые намного будут жестче работать в каком плане. Вот, да, допустим, каждый частник преследует цель какую? Прибыль, да? Если ЖЭКи датируются где-то с бюджета, где-то еще что-то, то управляющие компании – это компании частные. Как они будут, то есть почему мы просим отсрочить время хотя бы на год, потому что есть еще очень, ну скажем так, он сырой, этот проект, а именно, допустим, как управляющие компании будут работать с теми людьми, с бабушками, дедушками, неблагополучными семьями, которые или плохо платят, или не могут заплатить.
Как ведь на самом деле нету третьей стороны. Когда придет управляющая компания, третьей стороны не предусмотрено. Вы не можете пожаловаться мэру. Вы остаетесь один на один. Дом и управляющая А компания. поменять управляющую компанию жильцы уже не Уже не могут. могут. Поэтому ОСМД это хорошо, но хотя бы через год. И чем плюсы ОСМД это Да, хорошо? собственно, почему преимущество Другими ОСМД? словами, вы сами там, не знаю, там один, там два, три, четыре, пять, да, смотря какой будет сбор, вы создаете сами себе фирму, которую там ставите директора, те люди, которые там будут работать, а вы все, грубо говоря, акционеры. Вы непосредственно можете влиять на действия этого ОСМД, потому что вы им платите зарплату и можете с них требовать, если они плохо себе, если они плохо выполняют свои трудовые Обязанности. обязательства, да, то вы их можете уволить, наказать, не заплатить. Поэтому директор непосредственно первое лицо, кто будет заинтересован в хорошей плодотворной работе на веренной им территории. Ну хорошо, а что меняется в плане обслуживания домов и квартир при создании УСМД? Кто обслуживает вот эти внутридомовые коммуникации, кто убирает двор и кому за все это платят? То те же поставщики газа, я не знаю, там договора напрямую заключаются или снова через какие-то там посреднические фирмы. Как все это Ну, в как все это принципе, будет регулировано? остаются все те же самые полномочия, обязанности, как и у ЖЭКа. Только теперь это называется ОСМД. Главная мотивация, главная задача всего этого – это то, что жильцы непосредственно могут влиять на работу данного предприятия, в частности, ОСМД. Как позаметали, как вывезли мусор, заплатили за газ, заплатили за свет. Ну, То как-то есть это уже так. жильцы решают, кто будет убирать двор за какие деньги. Так точно. То есть это уже вот И эта фирма, которая главное конкретно. контроль. Они умеют, ну, то есть они будут иметь полномочия контролировать тех людей, которых они поставят на должность директора и т.д. Хорошо, вот вы говорите отсрочить хотя бы на год, но тем не менее процесс уже идет. И, ну, я просто могу судить по Да. своему дому. У нас вот 9 апреля уже сборы и выборы там директора, ну то есть управления. Оперативно все идет. Да, достаточно оперативно люди так спохватились. Ну, а через год что поменяется через год? Не проще ли сейчас уже все сделать как-то, чтобы потом. Хорошо, вопрос тогда. Вы это делаете сами или наняли юридическую фирму или юристов, документация? Мы же как обычно, мы сталкиваемся с бумагами, с бумажной бюрократией и т.д. То есть вы как-то вот, если вы говорите, вот там создавали вот Я еще не вникали. да, я не вникала и не участвовала в сборах. Вот 9 апреля поучаствую, конечно, поинтересуюсь уже. Ну, наверное, там работа какая-то идет. Может, лучше сейчас все это сделать, чтобы потом не ждать появления вот этих компаний. И, в принципе, перспективы каковы? Вас услышат по поводу того, что вы просите вот эту отсрочку? Ну, скажем так, наша фракция в Верховной Раде максимально будет, ну, скажем так, прилаживать усилия, чтобы нас услышали, чтобы решение или отменили, или перенесли, для того, чтобы доработать. Поскольку я же говорил, что пунктов очень много там, где мы просто мы, ну, те, кто не успеют, они успеют не только там, допустим, если они там не хотят или еще что-нибудь, а банально, из-за там не успели все документы оформить, потому что, ну, как бы, я мог бы
конечно, рассказать бы весь процесс, но это надо час, два, три, чтобы полностью поэтапно, как формируется ОСМД, где оно, то есть это не так-то просто, то есть это не то, что открыл фирму, пошел 2-3 дня, зарегистрировал, нанял директора и все, нет, там, первоначально там идет анализ, там, сколько жильцов в доме, прилегающая территория, у всех ли техпаспорта на квартиры, и пошло. То есть могут быть какие-то неожиданности, которые в процессе формирования? Их не то, что они могут быть, они будут 100%, да я даже от себя могу сказать, я рекомендую не самодеятельность, это стоит не так-то дорого, я узнавал где-то создание ОСМД квалифицированными сотрудниками, там, юристами в частности, это будет стоить, грубо говоря, там, где-то 3,5 тысячи гривен, так мне озвучивали. Но когда он все это будет делать в рамках законно, поэтапно, правильно, чтобы не было потом никому никаких вопросов. Що ж, на жаль, наш час вже вичерпано. Я дякую за відповіді, дякую за поради. Ми будемо сподіватися, що все вийде добре з ОСМД і з тарифами на газ. Я дякую за те, що завітали до студії. Дякую. На все добре. Дякую.